Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений зарабатываю биткоин сатошки. Называется BTC Бокс. В этом боксе можно выводить как в криптовалюте, в рублях и в долларах. Я проверила этот бокс на вывод. Да, и я в прошлом видео вроде как забыла сказать, что бонус дают 1000 биткоин-сатошиков при регистрации. Так, по выводу. Значит, давайте я вам покажу вывод. Так, история. История вывода. Я заказывала, ну вот минималка на вывод 10 тысяч биткоин-сатошиков. Выводила я в рублях. Значит, вот 10 тысяч, это в рублях. Они конвертируются сразу в нужную вам криптовалюту. 79 рублей 65 копеек. Все. Переходим на почту. Сначала мне вот письмо пришло, что я заказала вывод. И нужно, друзья, подтвердить вывод. Кликаем сюда, когда выводим. И нас перебрасывает, и все. Становится в обработку. Вывод в ручном режиме, не инстантом. Теперь мне вот такое письмо пришло, что... Так, ваш вывод был успешно оплачен. История вывода. Посмотрите, сюда кликнем, попадем вот в историю, то, что я вам показывала. Удаляем. И мой вывод пришло. Плюс 79.65. 17.09.20 год. И комментарий BTC Бокс. Вывод. Все замечательно, друзья. Ну и как бы оставить свой как бы отзыв по этому буксу. По продолжительности сбора на вывод я бы не сказала, что это занимает много времени. Бывает и... Ой, не туда нажала. Бывает и по 5 рекламок, бывает по 9 рекламок. По-разному как-то. Когда много, когда не очень много. И как бы... Вот, ну, в данный момент я вот у меня, что, в третий уровень. Вот, ну, тут посмотрите. Я в основном зарабатываю, что? На просмотре сайтов и кран. Кран мне вот один раз дал 60 сатошиков, тоже неплохо. А так в основном по 10 биткоин-сатошиков. Ну, и здесь вывод. Ну, в принципе, это все. Я буксом в целом довольна. Конечно, я буду продолжать работать и зарабатывать. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!